Всем доброго времени суток, дорогие друзья, а также гости канала «В лесу как дома». Сегодня 12 мая. Я выбрался сегодня сразу несколько дел сделать. Первое, это сейчас идем в начале длинные просеки, выставим фотоловушечку там, где я встречал огромные следы лося. Далее идем с вами на место будущего строительства балагана. Там я в целях эксперимента взял с собой несколько картофелин, несколько головок лука, сделаем небольшую грядочку. Я смотрю, у всех на канале, буквально у всех, пошло такое дело возле места строительства какой-то огородик устроить. Ну, я решил тоже попробовать. Почему нет? В конце сезона прийти, накопать картошечки свежие, нарезать лучка. Как, это, в принципе, хорошая идея, хороший вариант. Ну, а также еще я взял с собой инструменты. Надо потихоньку начинать обрабатывать бревна. В принципе, чтоб спокойнее мне было, чтоб они уже все обработанные лежали. Вот, кстати, огромные следы лося еще, друзья. Вот огромное копыто просто. И вот еще. Думаю, где-то здесь я и поставлю фотоловушку, ребят. Думаю, отлично как раз на огромную лужу, где у них может быть водопой и тропа. Вот и все. Надеюсь, что кто-то попадет. Ну что ты, мой мокряш? Собака все приноровит убежать куда-то. С собой цепку взял, где буду работать. Там на цепь его посажу. Потому что сейчас уже после его последней выходки не знаю, что ожидать. Раньше убегал в лесу, так приходил. А здесь ушел домой. Кто, может, не смотрел прошлое видео. Там, где называется, что все пошло не по плану. Он убежал и пришел домой. А я здесь еще часа два, наверное, в лесу был. Так что вот такие дела. Погодка сегодня дождливая такая. Не сильный дождь, ребят, но такой крапает, так скажем. Но постоянный. Так что сегодня немножко поработаем. Планы, конечно, не сразу все бревна обработать. Ну, штучки 2-3, посадить огородик. Вот единственная проблема, я шампуры забыл. Но это, я думаю, мы как-нибудь исправим. Что-нибудь там вырежем из подручного материала по соседству. А так шашлычок сегодня из свининки. Вот, так что немножко поработаем, сделаем полезных делов. Посадим огород. И приготовим вкусняшку. Но я надеюсь, что дождь еще сильнее не пойдет. Потому что если пойдет сильный дождь, все уже готовить как-то не камильфо, наверное, будет. Ладно, включимся на месте будущего строительства балагана. Ну что, ребят, вот мы и на месте. Здесь вот сразу будет балаганчик. А грядочку, я думаю, сделать чуть-чуть подальше, метрах двух-трех. Так что начну сейчас сразу копать. Скапывать, так скажем, землю. Посмотрю вообще, что тут по грунту. Потому что здесь, конечно,
открытое пространство, и дождик неплохо так подзаливает. Да, такой песчаный грунт здесь. Конечно, не без кореньев. Ну, что поделать? Где здесь найдешь место без кореньев? Ну что ты, мой хороший? Думал вообще его не брать с собой после прошлого раза. Ну а как его не возьмешь с собой? Он же изведется там весь. Сначала картофанчик. Посадим. Ну тут, в принципе, ребят, и солнце так нормально. Светит. Ну и поторкаем луковичку. Как раз, может быть, после нашего ухода, надеюсь, дождь хороший пройдет. Но я с собой взял, конечно, 1,5-литровую бутылку воды, но не знаю, что летом будет. Ну что, осталось ждать урожай. Ну-ка, отойди. Дождь не прекращается вообще. Вторая идеально отходит, ребят. Одно почти готово.
10 минут работы, одно чисто. Но все равно, учитывая погоду, я, наверное, не буду все обрабатывать. Еще бревнышко 2 и хватит, потому что я уже, в принципе, промок так неплохо. Вот так, ребят, я обозначил корой грядку. Дождик, в принципе, неплохо ее уже подмочил. А я сейчас буду обрабатывать второе бревно. Потом надо будет, наверное, попить чайку. Подумаю насчет третьего. Конечно, весь промок, потому что дождь стал посильнее идти. А еще надо сидеть, как бы, ну, еще надо приготовить обед. Неохота болеть просто. Написано было по прогнозу, что будет переменная облачность, ну и местами дожди, а здесь уже 2 часа просто идет дождь. Ну, я в лесу не нахожусь 2 часа, но вот как вот в городе 2 часа начал идти дождь, так вот до сих пор он и капает. Что, ребят, обработал я 2 бревна, вот так вот накрыл, все как было. Но все равно, конечно, заметно, если кто-то здесь будет гулять, что тут бревна лежат. И будем выдвигаться мы на место первой стояночки. Там разожжем костерочек и попробуем приготовить шашлычок. Надо будет 2 палочки найти. Иди ко мне. Вот норовится убежать, зараза. Куда опять собрался? Так что я думаю, я приду на место, разожгу костерок и там включусь, ребят. Я, кстати, поначалу не стал говорить, забыл. Лес, конечно, уже весенний, уже ближе к летнему. На деревьях почки уже полопались, уже листочки пробиваются. Зеленеет все. С погоды, конечно, сегодня не фартануло, но у нас целую неделю такое обещают. Я поэтому сегодня выбрался. А дальше не знаю, как у меня в понедельник. Планируем на рыбалочку выбраться. На реку. Может быть, там с вами встретимся. Ребят, наконец-то чайканем с вами. С костром пришлось немножко потрудиться, все сырое, но благо газовая горелка есть, все нормально. Сделал я 2 шампурика вот таких вот, заточил, шкурку ободрал, так что сейчас ждем, пока прогорают наши дровишки, доходят до угольков, и будем готовить шашлычок. Дождик стал поменьше крапать, но все равно подсыпает так немножко. Промок, конечно, несмотря на то, что дождевик, но штаны, как бы голова намокла. Сейчас надо в обязательном порядке чайку попить, что-нибудь горяченького принять. Ну а так, 2 бревна я заготовил. Осталось еще 7. Но время есть, впереди все лето. Поэтому потихоньку так буду выбираться. Потихоньку. Но я говорю быстро, 10 минут, 10-15 минут, одно бревно готово. Если бы не погода, то, в принципе, можно было бы половину сегодня, половину в следующий раз обработать. И, в принципе, уже можно начинать строительство. Все готово. Осталось только закупить тент, планки в магазине древесины, для того, чтобы по бокам крыша была такая более плотная, чтобы тент не провисал.
Ну, чтобы твердый каркас был, чтобы, не дай бог, там снег не порвал этот тент зимой. Или чтобы вода не скапливалась. Так что скоро будем, ребята, собирать каркас. Осталось еще один походик, наверное, два. Все заготовим, приготовим. Там посмотрим, может быть, и лучок уже взойдет. Картошка-то вроде через месяц должна начинать входить. Ваше здоровье, ребят. Ну что ты, мой хороший. Тоже мокрый весь, да? Мокрый мой. Ах, горяченькое, хорошо. Лучок у нас, ой, угольки у нас почти дошли. Да, конечно, на шампур было бы проще насаживать. Но забыл. Второй раз уже забываю шампуры за все время. И вот выкручиваюсь таким методом. Ой, запашок пошел. Я же с утра, ребят, не завтракал. Так есть хочу просто конкретно. На гарнирчик помидорок черри взял. Особо так незамысловато. Думал картошку взять, но картошка пока пропекаться будет. Дождливая погода. Нельзя. Дождливая погода, посему не стал я возиться с ней. Шашлычка, я думаю, нам вполне хватит. Ну вот таких вот два у нас шампурика. Скоро будем выкладывать. Угольки у нас готовы. Кладем наши шампурики. Ну, думаю, минуток 12, наверное. Посмотрим. Жар хороший. Да и возле костра тепло, конечно. Немножко подсыхаю потихоньку. Так что ждем готовности. Мяско ж корчит. Фух, аппетит разыгрался не на шутку. Запашок пошел вообще бомба. Ну, пока шашлычок готовится, чайканем, наверное, еще разочек. Решил вот показать, кто, может, не видел. В прошлом году, осенью, когда гон у лосей был, вот конкретно
обглодали дерево. Тут и следов была куча. Вон даже видно, зубами просто проходили. Полностью. От начала и до конца. Ну что, шашлычок наш уже доходит. Скоро будем снимать, ребят. Ну и уже будем трапезничать. Вот такая бомба у нас выходит. Обалдеть. Ну вот такая лепота вышла с чаечком. Так что, ребят, тоже берите какие-нибудь вкусняшки, заваривайте чаечек дома и будем принимать пищу вместе. Так что, друзья, приятного аппетита. Ой, не могу. Хочу кушать, так что не буду долго откладывать это дело. Ну что, заценим. Прожарился отлично. Черри. Блин, еловая иголка попалась. Надо, кстати, аккуратно смотреть мясо, чтобы щепки еще тоже не попали. Ну а какие тут могут быть еще комментарии, ребят? Шашлык, приготовленный в лесу. Это фантастика. Ты помидоры не ешь. Не ешь помидоры. Ну что, ребят, вот и пообедали мы с дружи. Сейчас буду дожидаться, пока прогорит костерок. Ну, в принципе, все сырое, но на всякий случай подожду. И будем выдвигаться домой. Так что, ребят, всем, кто смотрел видео, огромное спасибо. К сожалению, конечно, не получилось нам в полном объеме поработать сегодня. Но зато работу начали. Далее будем продолжать. Так что, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди будем заниматься балаганом, а также выбираться на рыбалку. Всем счастья, главное здоровье, и выбирайтесь на природу, друзья. Всем пока.